Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня заканчивается конкурс на моем канале, и мне остается только подвести итоги и выбрать победителей. Как я уже и говорила, победителей будет трое. Двух победителей выберет программа, а третьего выберу я сама. Сперва, конечно, хотелось бы поблагодарить всех за ваше активное участие в конкурсе. Я прочитала все ваши комментарии и убедилась, что у вас отличные подруги и верные друзья, которые не бросят в беде, с которыми вам легко и весело. Они у вас спасают животных, помогают делать уроки, навещают вас, когда вы болеете, умеют хранить секреты и не оставляют в трудные моменты. Дружите с бескорыстными, честными людьми, не забывая им отвечать той же монетой. И пусть ваша дружба верная будет только крепче. Я думаю, что если бы ваши друзья и подруги прочитали, сколько теплых и добрых слов вы написали в их адрес, они были бы очень рады. Ну а сейчас давайте подведем итоги и выберем победителей. Так, и кто же становится у нас первым победителем? И первым победителем у нас становится Мария Богданова. Ну, давайте выберем теперь второго победителя. И вторым победителем становится Карина Мак. Ну а третьего победителя выбрало мое сердце, и им становится Алена Николь, которая поддерживает меня с самого открытия моего канала. Поздравляю всех победителей и прошу их связаться со мной по электронной почте. Ссылка останется в описании к видео. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До скорой встречи!